Я смотрю, они, мобы бегут только, начинают бить, когда только сагрились, выбрали кого-то в таргет. Они-то бьют там, Алиса, вот одна проблема, зачем ты танчишь, он моба, блядь, РДДшного, вон там. Вот тут вот, зачем? Я не понимаю, зачем так делать. У тебя есть притяжка, под каждое, когда тебя откидывается, ты сразу тянешь вот его сюда, притяжкой, в звезду, все, проблем нет. Вот там стоит один, блядь, я один полк его и долблю на. И правда, я тебе помогал, дотал. А может быть еще ну, круче? Да. Может быть еще круче сделать? Может быть милики в кружок встанут? А, нет, смотрите, вы как бежите. Вы же бежите вот сюда сразу и вот тут вот стоите, блядь. Не думайте заебись там стоять, не смотреть на вас, как вы там стоите, охуенно. Вот он кружок. Сейчас идет к боссу сразу. РДДшного моба нужно обязательно тянуть. Он встает на зону каста и, блядь, все. Он никуда не двигается, ни взад, ни вперед. Смотри, этот самый, Шарпи. Я знаю, что там чилится, не чилится. Смотри, фанатик выходит с лестницы. Перед каждым мобами ты смотришь на лестницу. Если там фанатик, то забираешь приверженца со звезды. Притяжкой. Алиса. Где ты? Видишь, где кружок стоит? Прием. Да. Отсюда, где сейчас я стою, тянешь пидораса этого, приверженца. Вот сюда тянешь. Чтобы он не там у тебя в окнах в этих стоял, а вот тут вот. И отсюда его Шарпи притянет уже в кружок. К двум другим приверженцам. Они должны заливаться там. А с лестницы кто? С лестницы, я говорю еще раз, если выходит фанатик, ёбаный милимоб, его заберет микстурка с Алисой. Там будет три фанатика, тут будет три этих, нахуй. Как называют только это? Фанатик, который здесь в кружке, будет стоять, его милики завешат. Вот. Рыбу поставь. Притяжку на всякую залупу не надо отдавать. Только приверженца. Ты тянешь в двух случаях. С ромбика, когда выходит приверженец, тянешь оттуда. Блять, еще бы хотелось, чтобы четвертого тянули приверженца со звезды. Каску. Ну, у нас как раз 3 ДКшки. Работает как на офе, что возле леди его бьют и моб. Тут не ДПС, а во-первых, мы вайпнулись, мы переводили, когда еще я начинал релить. Мы переводили и вы вайпнулись тупо из-за духов. Тупо из-за духов. Падают ДПСеры. Падают ДПСеры, падают ДПС. По пизде все идет. Ну, у нас вообще сейчас с мобами трэш какой-то. Блять, трэш нахуй. Надо просто понимать, нахуй, как мобы работают. Как они, блять. Микстурка, ты сможешь такую хуйню проделать? Если выходит с ромбика этот приверженец, его Шарпи сюда тянет. Можешь ты своего моба, который один у тебя, этот, кто он нахуй? Приверженец. Тянуть вот сюда в кружок. Подбежать в кружок, притянуть сюда, чтобы их 4 тут было. Вот, это будет, если ты так справишься с Шарпи, если вы будете так делать, если 4 моба здесь окажутся, то будет намного проще, потому что это миленьшные мобы. Фема, это все пизда, то что можешь зайти за рогу, задамажить, ну кто хилить будет. Милики, не то дальше кружка не заходит. Стойте в кружке сразу, милики. Все готовы. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Фанатик слезть. Ну, смотри, мобы не красят. Только сейчас начали. Так. Чулан, дар по чагуняке.
Не видел притяжки, контроль. Моба. Микстурка, не видел притяжки. Дайте, дайте контроль повару. Вроде успел снять. Вот этот моб микстурка мне нужен в кружке. И вот он превратился, успел. Надо станы давать. Было два фанатика. Я нагрел фанатиков. Алиса их нагрит. С лестницы забирает. Шарпи. Контроль. Фанатики по рейду гуляют. Танка хил. Но желтый не законтролили. Еще есть какой-то выход из боя? Есть выход из боя. Трэш. Пробуем отрез сдать. Блять, Шарпи уже с подъем. Лестниц. Контроль снимаем пушку. Моб взрывается. Контроль следующий. Мобы. Вон он еще, пидорас ты. Все дико я забыл. По кому вы дали, блять, контроль? Моб взрывается, стан. Трэш. Моб взрывается. Противится моей воле. Встань и обрети истинную форму. Только один Баррис, да? Микстурк, у тебя не получается? 17% ледит. Ты сказал в круг, вот в кругу моба бьют, я притяну, с лестницы шел. Ой, я тебе говорю, со стороны звезды твой моб единственный там выходит. С лестницы Шарпи тянет мне. Фанатиков. 4%, 3. Стоп. Два. Все в трэш переключили. Босса. Босса бьем. Так, у кого есть бар у нас? Чуганяки. Планкилу бар. Контроль. Трэш вышел, трэш убили. Духи. Духи. Гера есть у кого? Давайте. А, у вас минута, хорошо. Контроль сейчас будет после трэша. Духи пошли. Контроль. Трэш.
духи. Лужи. Трэш. Сейчас будет. И контроль. Контроль. Там дух, там дух, где трэш. Ребят, смотрите, дух. Осторожно. Не отбежал вой. Служи. Есть кобар? Нету, по-моему, да? Трэш вышел. Че, даю херу? Блять, да я хилю, блин. Ну че, прикалывайтесь, нахуй. Сколько вы бьете босса, только 40% снесли. Это для того, что тупо не факт. Только доберсы еще 3 минуты. А мы не убьем. А вы не можете не сдохнуть на второй фазе нашей, так что какая разница? Прям самурай? Ну чё, в духе, который я написал об этом. Давайте такой один трай затестим. Сзади леди все будут стоять. Ты понимаешь, что мобы, которые с лестницы идут, и все приверженцы, они наденут на себя щит, встанут, не дойдя до леди, и просто захуярят всех. Две стрелы прилетит, и весь рейд упадет. Вот эти ауешные стрелы, которые они кидают. Они не сразу кастуют, они успеют дойти до середины боя. Ну, до этой, до колонны. Ну, посмотрим сейчас на первом же трэше. Я ж не говорил, что это стопроцентная инфа, я же говорю, типа, надо потестить. Что нам мешает? Они очень быстро кидают это... на себя щит. У них, ребят... у них же щит активируется со временем. Им пофиг, стоит он, идет он, кастует он. Можно предложение внести по второй фазе немножко? Ну, давай. Смотри, у нас, чтобы меньше было перебежек, потому что, вот, допустим, РДДшникам, которые, грубо говоря, справа, а мобы свыше, слева, им нужно бежать, тянуться до этого, и это очень долго, блядь, и очень нудно. Разделить также пати, первое, второе, допустим, первое, третье и второе, четвертое, лево, право, вот. И заливать только мобов по своей пати. То есть, если вышли справа, это не залупа, это мы так и убивали. Да это хуйня все. Всегда, когда били босса этого, я за РДД играл, бил с обоих сторон. С одной стороны бить, это, блядь, ну, дурачком надо быть. Ну, тут выходит половина только трэша из того, который выходит на первой фазе, понимаешь? Это пизды, сколько там выходит. И двух пасек вполне хватает. Так в том-то и проблема, понимаешь? Мне вот, допустим, как ШП, нужно будет обратно садиться на леди, опять ее дотать, а не туннелить ее нон-стопом, как я делал. У тебя есть лестница, есть где мы пришли, и есть лестница, где босс стоит. Но и по этим двум параллельным линиям бегай. Так, тактика, этот трай будет пробный. Все встали в чуланы, дали фул ребафа.
сказка, 300 баллов. Без тьмы, без никуда. Когда пуляем боссов, все. Сразу все, как могут. Быстрее, боты, прожимайте, что хотите, делайте. Становитесь в стенку за спину босса. Только выходит трэш, ждете, пока он начинает кастоваться, сразу мильки переключаются в трэш. РДДшники фанатиков. Танки также бегут под босса. Все. А где встаем, говоришь? Под босса, прямо в босса? За спиной босса. РДДшники встают, упираются в этот. В стенку. Мастер, слушай, если я сейчас к леди подойду, она сагрится? Да. А просто смотри, ну вот по тактике Офа как билось, весь рейд стоял за спиной босса, да, и мобы, они как раз шли вот мимо этих колонн к боссу, вот, и на ступеньках, вот где подъемы, вот здесь их и принимали, то есть вот эти ступеньки, начало ступенек, их принимали, а находились все за спиной у этой самой. И не обязательно в одной куче, там разреженно стояли, но вот стояли за именно за ней. Да, я метки поставлю. Я не знаю, как тут мобы через колонны кастуют, не кастуют, но, по крайней мере, на офе они кастуют, да? Ну, если мобы хотя бы сюда дойдут, то будет нормально. Ну что, готовы, на? Ну, мы... Бешеные, просто бежим вперед, все на. Подошли и стали Севчуана поближе. Максимальный рейд босса. Готовы? Давайте. Побежали все. Так, трэш вышел. Все, пошли в трэш. Тяните ДК, ДДшников. Контроль, стоп на левое. Блять, что ты на меня? Трэш следующий. Служи вышли. Трэш. СДКшники, тяните приверженцев. Контроль, стоп на левое. Сводите фанатиков хотя бы в кучу. Контроллер сдали. Трэш, милики. Все вливаемся в трэш. Фанатиков убили. Следующий трэш вышел. Моб взрывается, разбейте каст. Бейте каст на. Сука. Трэш слили. Бомжей дайте. Микстурка бомжей. Контроль. 5 секунд. Стоп на левое. Моса, Берпа, зеленый бабл. Контроллеры сдали. Так. Так. Чуганяка по мне, Берп. По мастералу. Мобов убили. Не хватает достаточно. Трэш вышел. Я не понимаю, вы че решили, мобов не бить, что ли? Трэш. Ну за рука, за контроль. Ну ёбаный в рот, блядь. Это ванза. Моб взрывает, так сбили с таном. Все влились в трэш. Никто босса не бьет. Пока трэш не упадет. РДДшники бьем босса.
Страж вышел следующим. Служи вышли. Чулан, БР по зеленой бабу. Моб взрывается, стан дали. Контроль. По шарпи... Блять, зеленку не прожал, ну шарпина. Жмала зеленку. Не предаешь что ли? Конечно. Чулан, БР по зеленой бабу. Мобов слили. Да вы не бьете мобов. Что нам тут делать? Лужа. Да не, у нас ДПС только не хватает, рейдерс. Деберсы 6 минут. На самом деле это все реально убить, за спиной. Да если не падать. И трэш убивать. Есть тактика. На второй фазе босса надо вводить на сторону, там, где должен появиться флэш. Есть такая тактика. Не, есть такая тактика, но есть такая хуйня, как контроль, блядь. И вы ведете босса к трэшу, нахуй, там и духи появляются, и трэш, и вся хуйня. Вы тупо не успеете среагировать. Ну, так тебе ДПСа не хватает. Мы по этой тактике первый раз затраили, правда? Помнишь, нахуй? Пока не начали пить нормальный так. Танки просто не водят никогда босса, они встали, они что на лече стоят в центре, нихуя в небо смотрят. Мод серебра разролите, там 9 минут осталось. Да? Давай разролим. Где-то так. Турбосс ролит. Сделаем следующий выбор. Никого на босса мы ставить не будем. Идем, корочка. Только босса ставим. Одного кота и все. Ой, это я хочу как бы вот послушал человека, который предлагал на второй фазе также делить по пати и бить трэш. Допустим, если первая и третья бьет справа, там вторая и четвертая бьет слева. Давайте, возможно, также попробуем, только на второй фазе. То есть действительно будет и ДПС по боссу, и тот же самый трэш, который мы били на первой фазе, по пачкам сливали, точно так же будет короче, сливаться. Короче, ГП за кольцо дайте, пожалуйста. А ты чё? А, у меня права есть? Я ж тебе там повысил. Да, сейчас. А пока ты аргументы кидаешь. Стоп, секунду. Ты по приоритету ниже, чем она. У нее 15-1. Просто спикни с дастерком. У тебя больше толка будет. Карочка же давным-давно играет здесь, как у нее нету ЕП столько. У нее нету ЕП, тем более другое это кольцо нахуй не нужно. Надо из зеленому бабу. Карочка, дай, пожалуйста, кольцо зеленому бабу. Ну. Фигняка, ты где? Тебе отдали с этой, если отдали, напиши плюс, пожалуйста. Да, я понял. Вот, начисли. Мастер, начисли, пожалуйста, это сам ГП. Я потом. Ну-ка, не кольцо это. Там у нее у кольца. Короче, объясняю. 389. Если у тебя нет, ты не можешь ролить шмотки. Только можешь забрать шмотки, которые никому нахуй не... 389 ГП. Кольцо. Следующая шмотка. Принтроль. Рольте. На спуге есть? Мелики. Кому принтроль нужен? Нету. Кому-нибудь говно это надо? Ну этот можно ДКшникам какому-нибудь подарить. Ветрику, пока нету шлема, я объясню.
Ну, дарить нет. Только за ГП. За... Зеленый бабл, кинь обмен карточка. Она отдала вроде ему, нет? Я заберу это только, наверное, за 10%. Хотя нет, я передумала. Мне оно не нужно. Только если на транс, бля. На транс ГП брать такое себе. Ну давайте сделаем немножко по-другому. Мы уже 2 часа сидим на этой ебаной хуйне, но... Почти. Это же что он у тебя линкует? В рейд? Зачем вы 2 раза ему ГП накидываете? Кому 2 раза? Зеленому баблу. Накинул ты, потом... Раз накинул. Уже посмотрим. А, да, 2 раза. Карочка либо думает, что ру, либо обидел. Нет, она этот. Она просто левая из гильдии. Да? Ну, сливает. Да. Из-за кольца. Ну, либо не из гильдии, просто с этого своего. Блин, ливнуть из-за кольца, которая на Эртру не идет, пиздец. Да нет, не танчить из-за кольца, ничего не говорил, наверное. Что вы говорите? Она ничего не сказала, да. Просто, наверное. Карочка, скажи, что случилось. Ты там другой шмот разрой, пока время не прошло. Брентроль кинул, Брентроль еще раз спрашивай, кому-нибудь нужен? Нет? Уже 2 ролла. Мне на транс нужен. Шреддер, Шарпи. Ну вообще Шарпи первый раз ролил. Ну не паролили, значит, по этой идее нахуй, фулл ГП либо не забирает. Шарпи либо Шреддер забирайте за фулл ГП. На апгрейд беру. Апгрейд? Давай забирай за апгрейд. Кидай трейд. Мастер. Они тоже забирают на апгрейд. Кого выше? Да, и покажите, пожалуйста, это... Шреддера твой... ниже Шарпи, Шарпи забирает. А не, нихуя, Шреддер. Шреддер выше. Шреддер, это покажешь мне? Кинь в трейд. Он уже кинул. Да, я вижу. 456. Это минор апгрейд у него. Последний. Ты что, ему 2 раза отменил, блядь, КП нахуй, что ли? 1 раз. Ну так я тоже 1 раз отменил. Ну ёбаный просто. Наоборот, что кто-то это один. Ну там пишет плюс 308, блядь, что за хуйня? Ты ему 2 раза отменил. Это говно кому-то надо? Карочка ушла. А чё, это дух какой-то? Не, это не надо. Да, я не знаю, зачем тебе. За ГП забирай, пожалуйста. Да чё, за... ребята, мне из гильдии, там, сова тебе не надо? 7 минут осталось. Чулан тебе надо? Чё я буду спрашивать всех? Покидай. Чё там ещё упало? Какая шмотка? Там с духом. Там... Сова, Ролкин. Перчатки. А, Чулан тебе надо? Чулана не было, ну будь. А, блядь. Да. Чё, пугу отдаем, больше никому не надо. Так. Ну давай, нахуй. Ну чё, завтра до проноса. Хуянос, блядь. Я вижу, тут регресс идет, что пиздец. Я тоже вижу, нахуй. Карочка, ты можешь мне написать что-нибудь? Теперь еле-еле начнем убивать обычку, я так понимаю. Да нет, ты про обычку загнул. А на самом деле, это все почему? Потому что поливали костя, блядь. И поэтому и начинается опять эта хуета. Опять же, вернемся к 2 боссам в хэме максимум и, блядь, обычку по праздникам. Нет, просто тут взяли сейчас в люди пошли, те, которые особо не дамажат. Вот и все.
и немножко не понимают. Вот Вандай пухи не снимает вообще нихуя. А зачем их снимать, если я в контроле всегда? Согласен, блядь. Да ты чардж сделал и кровожадность, и все, это минус. Тебе могут просто не успеть контроль дать. Не знаю, что вы говорите, блядь. Всегда нахуй у нас никто не снимал пушки, только одна ДБМ снимала, нахуй. Мы убивали до этого. Значит, в чем проблема? Правильно, блядь. Сыгранность. Криворукости. Что не могут дать вовремя контроль, ой, что касты не могут сбивать. У нас что, один класс, который каст может сбить, чтоб щиты не накинули? Че с труба? Там кольцо отдали? Там вы что, намудрили за ГП и ЕП вот этим? Наверное. Короче, Войд не лезь. Зелёный. Ну так правильно, два раза он начислил, блядь. Я один раз снял, и ты еще раз снял, блядь. То есть нихуя не начислили, блядь. Короче, зеленую баблу все отдали, карочка все отдала. Все нормально. Все очень сложно, блядь. Да, блядь, да, и это очень сложно. Я по поводу того, что скажу, по поводу того, что бис не бис. Я вспомню вам сапоги, которые кожаные вы отдали выхухолю, который втихаря их отдал сове. Тоже, ладно, ребят, этому, вару, это... тоже вару, подожди, дай договорю, вару они были далеко не бисовые. И что вы ему отдавали? А вот тут уже тоже, это кольцо тоже, оно может быть и не бис, бис с синдрагосой МХМ, но мы его не убиваем. Поэтому, в принципе, она тоже имеет право его брать. Подожди, если на то... Итак, ребята, сколько у нас розок и гусей ротных? Короче, собираем нахуй обсуждение, что мы будем делать дальше. В плане чего дальше? В плане 25 герб? Да, в плане 25 герб, в плане гильдии, блядь, и так далее. Я могу по этому поводу сказать несколько вещей. Какие у вас предложения, блядь? Развивай дальше гильдию, или вы дальше хотите нихуя не убивать? От нет, вас... ну, а в смысле? Все нормально, ничего тут плохого и сверхтяжелого нет. Ну вот у вас там поливали, когда 2 недели назад люди, которые, с которыми вы закрывали ХМ. Ну и хуй на них сейчас пододенутся, ребят, подоучат и будем закрывать. Че, блядь, пиздец, на леди повайпались и что, теперь ру гильдии делать, что ли? Я не нахуй бомбить, я не понимаю. Ну, это лично мое мнение. Я оставлю лично мое мнение. Аналогично такое же мнение. Просто надо смотреть сейчас на свои ошибки, как бы, и, блядь, стараться, как бы, их не делать. И все. Просто, ну, вот когда мы убивали леди, она еще сложнее была, к тому же, чем сейчас. Вот. У нас, как бы, ну, пухи абсолютно все. Вот все прописывали макрос себе, все снимали их там и продолжали потом, одевали их так же. И дважды кликали, не по одной пухе, а по 2 снимали. Так же продолжали. Вот. Я ни на кого там не хочу сказать, кто-то плохой, кто-то там хороший, кто-то снял, кто-то не снял, кто-то духу поймал. Хуйня это все. Просто нужно как-то, блядь, может быть, тактику определенную выработать на этого босса. Может быть, немножко поменять людей, которые там не дотягивают еще до ХМа. Просто проблема в том, что ливнули люди, которые давали ДПС, да? А остальные, какие добрали, они дают там чуть меньше, может, на косаря 2, но меньше. Вот в этом и вся проблема. Вот этих вот 2к от каждого человека не хватает, чтобы нормально перевести леди. А леди, чтобы убить без проблем, должна переходить на 6-й минуте. Вот. То есть фаза должна заканчиваться первая и должна начинаться вторая. Некоторые по мобам вообще не играют. То есть, ну, не следят за тем, когда нет. Я опять ворвусь. Вы заметили одну... Я не знаю, кто был до вас, до этого гильдии, у вас не было просто, когда вы сейчас говорите, блядь. Вы заметили, что мы даже не можем сейчас собрать, нахуй, в гильдии этот, нахуй, рейд? 25 герб. Ну, это было как первоначально, блядь, но мы тогда за 7 траев убили, все нормально. Споров не было, потом дальше все проносилось. Ситуация какая получается? У нас ливнули как раз-таки топовые ДПСеры, блядь, и те, кто тактику следят. Вы когда идете в Геру, блядь, у вас до этого сообщение висело, что понедельник, нахуй, Гера. Почему никто тактики, блядь, не посмотрел, нахуй? Не посмотрел свои гайды, как поднять ДПС, да и т.п. Потом, вы нахуй спорите за то, что вам дали ГП, нахуй? Вы просто задержали еще, блядь, на полчаса, нахуй, траев, блядь, за ваших, нахуй, споров ебаных. Тупо из нихуя, блядь. Это нормально, по-вашему, нахуй?